Вот вы включаете видос, видите название и понимаете, что мне в очередной раз повезло, дорогие друзья. Только недавно не упал мой самый дорогой кумир FIFA 23. Если вы не смотрели прошлый ролик, обязательно его посмотрите. Дальше яшники нам выкатывают сборочки на героев, пики героев. И там я ловлю карту, ну хорошую карту, ладно, не буду вам спойлерить. Просто знаете, что он железобетонно попал мне в основу. Также я хотел бы вам что-нибудь сказать касаемо сегодняшнего контента, но игра зависла. Очень невероятные действия я тут пытаюсь совершить. Просто войти в магазин. Просто войти в магазин в игре за full прайс как бы не представляется возможным. Ладно, перезагрузим. Я пока мороженку съем. Ну и хотелось бы в очередной раз поблагодарить моих хороших спонсоров из компании Paris за то, что они поддерживают каждый мой видеоролик. У них на сайте вы можете найти широкую линию спортивных дисциплин. У них также есть суперудобное мобильное приложение. А если вы еще пройдете верификацию до конца, получите шикарный бонус. Это фрибет в размере 1000 рублей. Ссылочка будет в закрепленном комментарии. А если вам нужны монетки, мой личный сайт по продаже монет PandaCoin в описании. Ну и как вы можете заметить, друзья, FIFA поинты имеются. 12 тысяч поинтов я закинул и хочу проверить одну теорию. Так, в первую очередь давайте вот это вот говно откроем. 7 игроков 84+. Это опять Тони Кросс, которого я только что отправил в СБЧ. Вот только что отправил в СБЧ. И Дудик, кстати, упал 89-й. Дудик и Тони Кросс, куда же вас отправить? Сейчас буду думать. Хотя, что я думаю, у нас же тут есть Бонуччи в СБЧ. Мне как раз нужен был центральный защитник. Так, в общем-то, 12 тысяч поинтов имеется. Сегодня откроем мы вот эти вот два пака. И на все остальное я буду херачить в паке по 150 FIFA поинтов. И мы ответим себе на вопрос, можно ли достать кумира, либо героя в паке за 7500. Ну и перед тем, как я начну все это безумие, давайте я вам покажу, собственно, те самые пики на героев, про которые я вам говорил. Так, ну что, друзья, сейчас будем скрывать пик на героя 87+. Так, давайте глянем, сколько фэнтези у нас. Опа, два фэнтези, друзья. Нихуя себе. Интересно, интересно, кто же это будет? Так, сначала смотрим золотую. Ну, это хуйня, это Келлер. Окей, теперь фэнтези смотрим. Это первый фэнтези. Так, дриблинг 92, передачи 90. Так, подождите. Нихуя тут статы. 94 пейс, 90 удар. Бля, кто это может быть? Пока что я склоняюсь к тому, что это что-то разъебное. Может быть, Пеле какой-нибудь? Давайте смотреть по звездам. 4-4. Уже вижу эту карту в своем основном составе. Ладно, я скажу, что это Пеле. Пока у меня это единственный вариант. Кьюил. Ебать. Пацаны, это просто... это просто разъеб. В последнее время мой бездонатный аккаунт просто с ума сходит. Кьюил стоит у нас почти миллион, друзья. Давайте третью посмотрим. Карту. Так. Ну, слушайте. Это похоже на что-то хорошее. Все статы 80+. Может быть, это Парк Джи Сун? Это сложный выбор. Парк Джи Сун стоит 600 тысяч. Блять, я хуй его знает. Ладно, давайте возьмем Кьюила все-таки. Блять, но пик просто один из лучших, который я лично видел. Мне на моем бездонатном аккаунте команда нравится больше, чем на донатном. Так, ну что, я на основном аккаунте, друзья. За 30-й левел тут возьму себе Начо Фернандеса. Я все-таки подумал, что-то у меня маловато играбельных центральных защитников. Так, 3 игрока 83+. Давайте откроем. Опа, кумир, пожалуйста, что у тебя? Англия, давай. Я так хотел Стиви Джи, блять. Так, ну что, на основном аккаунте я тоже собрал пик на героя. Так, сразу же глянем наличие дубликатов. Опа. Только один фэнтези, блять, это хуево. 91, 92, но это хуйня. Кохлер. Так, вторая обычная карта, 80 визуха. Чуть не припоминаю такого, но это хуйня какая-то. Йоу, блять, какое говно. И фуд фэнтези, друзья, вот сейчас вот. Физуха одинаковая, 80, блять. Чувствую, это говно какое-то. Защита 48. О, бог ты мой, это, блять, попин. Попин, блять, ебаный попин, блять. Сука. Да, на основе повезло не так сильно, как на бездонатке. Тут ебаный попин. Ну что, первый косарь улетел FIFA поинтов. Пока что ничего, даже 83-го рейтинга не падало. Так, ну что, улетела еще 1000 FIFA поинтов. Так, ладно, друзья, все, это последний пак. Я немножко заебался. На самом деле, по секрету говоря, я недавно вот как раз таки щелкал эти паки по 7500. И мне там упал кумир
паки за 7500. Так что можно сказать, что это была фейк-интрига. То есть я поначалу узнал уже, что действительно в паке за 7500 можно поймать кумира. Да, это Кассилиас, не вау, но все же сам факт выпадения кумира в паке за 7500 радует. Так, также я тут Кубок Титанов доиграл. Ладно, давайте будем делать контент по нарастающей. В первую очередь давайте сейчас вскроем вот эти два промо-набора. Нужен Стиви Джи, очень хочу за него поиграть. И хочу его untradable версию. Давайте смотреть, есть ли тут кто-нибудь. Да, интриги как-то не получилось. Посмотрите на эту срань. Держу в курсе, ребята, модификаторы позиций по 1300 уходят. Вот так вот себе бабки налутал. Так, ну и пак за 3000 поинтов. Давайте посмотрим вероятность выпадения чего-либо. Кумир 39%, герой 28%. То есть у кумира шанс выпадения выше, чем у героя. Блять, я не понимаю, серьезно что ли, блять? За 2... таких гигантских промо-набора мне не упал ни один герой. Зато дали вот эти вот говнари. Два игрока, 84. О, сразу же кумир. Пожалуйста, Англия. Франция, кто там? Лоран Блан, здравствуйте. Я как раз думал, какую позицию мне усилить. Центральный защитник, нахуй. Еще и Верати, 87. Пак-то, несомненно, неплохой. Да и Блан выглядит играбельным. Конечно, стоит не так дорого, но, блядь, опять. Ладно, здравствуйте, Блан, проходите, чувствуйте себя как дома. Ну вы посмотрите, блядь, на этот сквад. Ну что за легенды, блядь. Реально, каждый центральный защитник выглядит просто разъебисто и играбельно. Но это же просто охуеть. Как такое возможно, ребята? Видимо, действительно, мне нужно будет отыграть одну велку фулл центральными защитниками. Я не шучу, ребята, я действительно это сделаю рано или поздно. Честно сказать, я не знаю, зачем я это делаю. Вы еще пока не видите, что я делаю, но я до конца не понимаю, зачем я это делаю. Смотрите, что я сделал, друзья. Собрал себе Тоти Кумира, мексиканца Санчеза. Нахуя я это сделал, спросите вы? А хуй его знает, отвечу я вам. Так, окей, еще один пак, два игрока, 84. В прошлом упал кумир. Ебать пак, это 84+, друзья. Не 88+, а 84+. Охуеть. Три игрока 84+. Опять легенда Сити. Что за хуйня? Де Брюйне, Рубен Диеш и Эдерсон. 5 игроков 85+. Тупо, конечно, что в этой промо-команде нет ни одного качественного героя. Все говнари. В прошлой был я и Туре, и Лусио. Могли бы хотя бы распределить их по разным промо. Так, друзья, вышел пик компании 8-7. Интересно посмотреть, что здесь будет. Давайте интрижку себе сохраним. Так, есть ли дубликаты? Дубликатов нет. Два фантазера, один из них кумир, и две карты ЛЧ. Тут даже... О! Я хотел сказать, тут даже надежды нет на что-то хорошее. Нихуя себе, вот это я пик открыл. А сколько стоит Мартиал? Мартиал стоит у нас, ебать, почти 1 миллион монет. Блять, а у Манчестера это хорошие шансы, чтобы выйти в финал. Играют против Севильи, у них там 2-2. Че я там базарил? Хорошие шансы, да, МЮ отлетел 3-0, спасибо Магуайру. Манчестер просто не подъехал. Карта, которая стоила почти лям, теперь стоит 300 тысяч. Недолго я радовался, короче. Я уже доволен, как слон. Окей, давайте посмотрим крайнюю карту. Мартинелли, у которого судьба сложилась не так хорошо, как у Марсиала. Окей. Так, давайте фантазера посмотрим. Таглиафика. И последний. Так, ну и Крауч. Не, ну слушайте, я хочу вам сказать, я приятно удивлен. Я думал, в этом пике вообще ничего нельзя вытащить. Тут, блядь, Мартиал на нахуй. Так, ну что, на основном аккаунте мне повезло с пиком компании. Давайте посмотрим, что можно поймать на бездонатном. Мюллер 91. Ебать говно. Едем дальше. Хумельс, блять. Окей. Пока нас немцы преследуют. Так, это просто фантазер. Смотрим по статкам. Хуйня какая-то. Бинтеки, ебать. И кумир фантазер, друзья. Но это тоже какой-то... Я в ахуе. Вот на бездонатке прям насрали. Вот чё это такое, блядь? Ну, я тут возьму, наверное, чисто рейтинг на следующее СБЧ. Кто? Нормальную дай. Нормальную версию. Суки, блядь, опять говно дали. Блядь, как вы заебали. Не, ну по рейтингу неплохо, но опять бич-версия. Ну что, друзья, мне осталось вас поблагодарить за просмотр данного видоса. Попрошу оставить Лукас какой-нибудь классный комментарий и напомнить вам о том, что с вами был Пандос Фиксирующий. Всем чао-какао.